Тут меня не поднимет. Ладно, поднимем осликом. Ну, ребята, проветрили, спасибо. Спасибо. На свидание. Видите, какой он вежливый. Со взрослыми тоже прощается. Вот такой тост. Вот. Ну, кроме ослика, здесь еще в ящике, в этом нашем шестом, Корнея Ивановича, лежит вот такая чашка. Смотрите, что за чашка. На чашке нарисована собачка. Да, собачка. Ну, это собачка, да. Она, если так поднимать и опускать, то она что делает? Моргает. Видно? Она открывает и закрывает глаза. Вот. Или если приседать и вставать, то, может, зарядку не сделала с утра. Она то же самое, значит, моргает. Но что здесь случилось? Трещина. Она, почему треснула? Ее разбили, уронили. Разбилась на мелкие кусочки. Потом целую неделю клеили эту чашку. И теперь собачка опять боится, что ее могут разбить. Она стоит и все время боится. А мы иногда забываем, что она такая пугливая, и хватаем ее одной рукой. И знаете, что происходит? Она разбивается. Нет. Вот, слушайте, если одной рукой схватить, то получается вот что. Бесит! Но она боится. А если бережно, аккуратно, двумя руками, то она молчит. Вот. Такая собака пугливая у нас, нервная. Вот, здесь живет. Ну и кроме собаки, здесь еще лежит такая маленькая шишечка, но это просто как пример входного билета на праздник Корнея Ивановича, костры там на поляне пройдет. Вот входной билет 10 шишек. Ну, она у нас просто для примера. Еще у нас печка есть в комнате. Заметили печку? Да. Где она? Печка. Вот она. Но ее не так, то есть топили поначалу, когда семья только приехала в дом до войны. Еще пытались топить, но потом во время войны уезжали в эвакуацию в Ташкент, после войны провели батарею, отопление, уже печку не топили. Сам же Корней Иванович повесил книги, фотографии, вот он портрет, я вам говорила, фотографии Репинского, портрет с автографом, вот она висит на печке. Рыцарь защищает книжки на английском языке, в том числе «Властелин колец» и, значит, «Хоббит» Корней Иванович, но ему не очень понравилось. Рыцарь не очень. Вот, что взять фотографию одного американского переводчика, с которым Корней Иванович переписывался, и тот ему написал, что у него большая семья, понимаешь, не поверил, и тот прислал ему подтверждение. Вот семья большая. Вот на этого американского, значит, переводчика. Так что смотрите, это самое интересное, конечно, комната, вот здесь много всего. Вот, Лидия Корнеевна считала, что из всех комнат в доме она больше всех на Корней Ивановича похожа. Вот так. Да.